Дорогой наш Илюшенька, с днем рождения тебе, всего тебе самого лучшего, а самое главное, чтобы побольше, больше, больше отдыхал, а меньше работал. Вот даже сегодня свой день рождения ты умудрился работать. Ай-яй-яй. Привет. Собственно, мы постараемся максимально тянуть до последнего, как вы нам где-нибудь без пяти, там, без одной минуты полночь ждите вот этот видосик к себе в гости. Вот, собственно, да, мы вам сегодня много раз звонили, а вы, простите, ведете открытые уроки. Нехорошо работать свой день рождения, ай-яй-яй. Вот, Илья, собственно, мы тебя поздравляем с днем рождения. Еще один новый год твоей жизни, новая страничка, новые события, которые ты совершишь обязательно. Они будут яркими, они будут красивыми, они будут незабываемыми. Вот. Мы желаем тебе их только еще больше, чтобы все получалось, чтобы все твои задуманные планы срастались так, как нужно. Ты все делаешь правильно, мы прям вот... Это, в общем, круто, короче, все. Папка наша. Да, да. Папка ваша, не знаю. Наша папка. Пап, дай денег. Собственно, с днем рождения тебя, Илья. Скоро увидимся. Пока-пока. Пока.